Одно яйцо двухжелтковое мы разбили. И здесь уже можно посмотреть, что завязь была. Вот. Вот этот вот цыпленок, который должен был быть здесь. Это, скорее всего, наверное, и вторая завязь была, по крайней мере, здесь есть. Это беседка такая. Сейчас мы попробуем второй. Яйцо тоже уже разбила. Мы можем посмотреть, что один желток вообще неоплодотворенный был, а один желток был завязью. Сейчас попробуем взять ножку и посмотреть. Да, один. Вот. Даже можно видеть. Уже даже сформирован. Но замерзший цыпленок, а один желток был совершенно без. Точно так же, как вот в этом желтке. Здесь было такие, видно, два зародыша, но один тоже цыпленок уже, в принципе, сформирован был.